Абсолютно хопшра, усура яцнадзойт, хлопзия кофе шасхит вепха. Уже и шияшу и цу айфир яла хоп, и жюбетби, и ширатби, алхратып хадыджа, и укукалу а кандидатша. Я иткала на уақа, и укукалу пхвик, Алмасхан Арзанба, Фазлыби Айуцба, Ахра Смыр. Эхэ, а студия джа, и губюджа, Фазлыби Айуцбы, Ахра Смыри. Хлопзия кофе хадырского кандидатша. Хадыра трошечка ухдырует, а пара ухдырует, уй ам так, харзум, убрекан пи, халака пи разнака усура, уже хазадзюра па анысамюя, а нейсан ажешустует, фера алхучарах шханарханы, ажепак шварцазыхан, халака фазлыбе шарашила. Айуцба фазлыбы лизбери падиит хошкара вивипш базкифи уни вивипш шуксарзын. Куда ута район уланар хуакытан. Зкифи хани вивипш шуксарзын и шырат бебжарат школдан алгат талуй тақопе индустриал техникум ахул пазбеқша. Убрейна варгыла наргыларат узбартача и шырат бе базаргылара далахун. Шуксык аргыларап тыпача қазаюке хасабыла дыгана нэвсуэ тыпача прараб сауси уйт. И усурта тыпача партият бечкара мадзынык кайстаман. Зкифи хани вивя Шуксарзы и царадан алгат талуют Ленин их цызху картпе политехникат в институт Латварадарпе ахуша анджинер аргылау занатала. А неюсен юй шукса ират Мадзурай Хыгон, Акала Келмата, Азия Аррат округакны. Зкифи пшини вюй ба шуксарзы на усура далагит акурорткой азаната и дгылакой апснатпе робласт ахилак аргыларат узбартачы анджинер яхасабала. Аштах аргыларат наплакы аргылау эйхабыса усиуит. Апснай башрейн алагат цойт гумыста фронт айбет пе батальон команда хацаюс. Кумыстат пе фронт акт пе матахысрат бригада кулсту техника батальон команда хацаюс. Уяштахе бронетанка батальон команда хацаюс тхацан. Ай башраштахе пснат пылах чара министр райбет пе бронетанка батальон команда хацаюс тыган. Юнизки вёй шуксарзын далхан апсна филарейзара депутат снап карагейтон атулах чаре амилат тфяртадарир комитет. Ярубас дыхана парламент филарбжарат пе днықат пе аймадыра куэр комитет ала хулас. Скифи пшини вивяха сентябрь вививя барзын апсна фархацафа ахец ихцоп. Тасфероп хвюк ахшара драбуб. Фазлбили сбери пау, а вишара ю минут кшимоп. Алхвичара шханархан ишшажерц. Хобзе ку хатарызку хаважа, хобзе хатарызку амепку. Заграбхет зергылан иста хоп ише деснахларат, ише деснахларат рабхет бе, апан бе, амш. Избанок за аре ашукс. Амта зен ари и пшдзо, амта ед боб, зиген ишто, зиген какрачо, и не пшдзо, оба и всех защитохоб, шарги шештларц, и шкуйташку абзираку шархадзарац, абзира шумана, абсазарча анчайша отвеча. Дорогие, добрый вечер, дорогие друзья. В первую очередь хочу поздравить наших женщин, наших сестер с первым днем весны. Это прекрасное время года, и все расцветает, все цветет, все прекрасно. Я хочу, чтобы наши женщины, наши сестры, чтобы они расцветали, процветали, и чтобы их жизнь была прекрасна. Счастья и здоровья вам. Фалгама. Решение идти в депутаты я принял осознанно. Я, как говорится, знаю всю ответственность, полноту ответственности, которая ложится на депутата. Поэтому я иду в депутаты. Потому что я уже был депутатом 5-го созыва, как вы говорили, возглавлял комитет по обороне и национальной безопасности и был в комитете членом по международным парламентским связям. Имею достаточный опыт для того, чтобы продолжить ту работу, чем я занимался. Ну, почему еще, и кроме этого, значит, что я буду делать там? Инициировать вопросы по законопроектам и обсуждать те вопросы, которые поступают в законопроекты, принимать активное участие в обсуждении этих вопросов. Ну, как вы знаете... Абасу? И минутка за пчоба резаган. Табу.
Уже ахра, ахрас и на самом деле. Смыр ахра Виктори падит, рашерам за випши, скиф випшини, випши башук сазы, эшракатан, скиф випшини, випши башук сазы, талет, шыцкварат би айхамят бжарат школ. А на юсан ицараяци дзит агуат би алице интернатакны, далгит агуат би латварат би латварадат би школ. Юнызке кашук сазы, талет, апсанат бахюнд карат университет, а турых царат факультет. И випши машук скорзы на ус юан агуат би аджары юнычы, а компьютер арцаразы арцавё. А не усена на плакую, а веб-сайт Корея Курфю. Псенахюн ткара рабхе приехада и веб-сайт Ай Курфера Далахун. Аштах Чигемская правда газета журналист. А стратегия цара Курцентра Усуи. Юнецкий бжба шукса, псенахюн ткара хада и успорта референт. А псенахюн ткара хада и сайта техника редактор. И хипшима экспертиза фонда эксперт Шергуб Далахун. А интернет или студия Брик Айцичкай. А журналист. Юнецкий фиба шуксарзы, а радио Эхо Кавказа Ахвахацай. Газета Дуней редактор. Юнецкий випшук сарзе, псна митрополия пща, а тыжрат пуша а менеджер. Один лашарат журнал Алашарбага редактор. Юнецкий вивяшук сарзе, а псна хюнткара хады успорта, эксперт на пхгара политика от коммуникации ква ахуша айхабы. Хастагылу амта за псна хюнткара хады успорта, а хюнткара от политика на пхгараджа, а хюнткара от политика мониторинги алартвери, а сектор на пхгаюстыгоб. Тататвероб пхак димоб. Фи-ви-ви-ви байнари ханы, а тыпан бямхуанерс бямасад информация бхархуага койрны лахю астатеку драфтаруб. Ахрэй минут хуярхуаны. Хлубзеком. Абхэра офицер цфилшуид. Хлубзе хатэлску алхэйча, хатэлску отбылуа. Бас алэдиш суфты лэйбш, вею бэдбэ атыпхадача и инхо ауафилар. Ну, как бы хотел и мальчицам, а особо с пьезом дыро, у пьезеха нахуй так самоп, а наюс вчера у нас без чала. У меня пахалт, из Банаугзар, ой, на демократия, это ногу процедуру, за гейра харуп, ну, я уже перейду на русский, я говорил, что подавляющая часть населения 22-го округа не владеет государственным абхазским языком в силу ряда причин исторических, и поэтому лучше будет провести нашу беседу дальнейшую на русском языке, потому что это демократическая процедура, и большинство населения должно видеть, слышать и понимать, что говорят их будущие представители в органе законодательной власти. По поводу... Прежде чем, вернее, приступить к нашему разговору, хотелось бы отметить, что в данный момент проходит военная операция, специальная военная операция на Украине, и хочется пожелать скорейшего ее завершения с минимальными потерями, а также фон общий, на котором проходит, несмотря на первый день весны, да, фон, к сожалению, такой тревожный, продолжается коронавирусная инфекция, и опять-таки хочется пожелать всем, кто с ней борется, на этой передовой, победы и только победы. Спасибо всем медикам Абхазии. Обратиться хочу к населению, чтобы все меры предосторожности, которые необходимо, соблюдались и во время выборов, и до выборов, и после. И учитывая этот фон, я хочу отметить, что перед парламентом нового созыва будут стоять более весомые и более ответственные задачи, потому что быстро меняется внешняя обстановка, и она иногда довольно-таки мрачновата. И мне кажется, что перед народными избранниками стоит задача быть, точнее, быть и сделать парламент более эффективным, более профессиональным. Когда я говорю об эффективности и профессионализме, в данный момент говорится о том, что количество и качество принимаемых нормативно-правовых актов должно покрыть большинство потребностей Республики Абхазия. На сегодняшний день потребности ее таковы, что по каждому из направлений ее развития у нас перед нами стоит какие-то, ну, стоят какие-то проблемы, какие-то вызовы, и нам необходимо адекватно и своевременно на них реагировать. Именно поэтому я считаю, что определенный опыт и определенные навыки, которые у меня есть, могут быть полезны в этом общем деле. Спасибо. Табу Пидуцина, авторского кандидата Абриала Акпехута. Харушит. Я цахцой тхадыра тара уважей шапуэпш харедакция икунаршаса зара квартаква агацара. Я амтоп.
Абра, я хазто, ахра, ахра, ахцар. Хпа хазтга, я разнак. Хпа. Ива. Табу, табу петуцана. Рыхпа кисрыпхот, нас вера зара так рафица. А нефть ацхра, абриадим афера фишпаху пшуэ. А демография зара фери шпаш бо демография политика, ярбан шечакой хымпадат бил, хажлар хыпхет зара айзар харазы, ахпад би аззара. Атпыла экономика тагылаза шаху шарас яхтой. Ария усхкаджа, аджеразы ярбан проектку ядыжгаларц и филшо. Ефгуала Сарферцтахуп, Зарак, Атака, Атака, Разухен, Езапчоп, Минутк. Я изогнув минутку, опахана с так шурафцо, Ечерпшна, Амтанхар, Ицеги, Чафют, Наски, Езгуала Сарферцтахуп, Ателехуп, Шарзухенки, Сара, Ахапа, Зара, Нахасу, Ферафа, Амта, Англахойт. Яла, яла, Гарда. Фехабуб, ферашалака, ярбан сару и хабхешку, шкуяхшу. Шешазеп, а нефть ацхра, бредема шараши шпаху пшуэ. Нефть, демография и экономика. Да, а нефть... Урасфилос харалома. Ферей шахта, хусара псифилы имя пызго, фера. Вас, а чай бизнес, бам, халха, хоку, пшини бижбе процент, помилату. Ну, как вы знаете, у нас проводились георазведочные работы как на суше, и так в акватории моря. И так мы до сих пор не знаем, что у нас есть. Открыто мы еще не знаем, есть ли у нас вообще нефть или нет это самое нефть. Вот в народе муссируется, значит, знаете, обсуждают кто как своими рассуждениями. Но мы бы рассуждали бы, можно бы это самое добивать нефть на суше или на море, если бы мы конкретно знали, что у нас есть. Но, к большому сожалению, мы не знаем. И если есть, то мы должны рассчитывать риски о безопасности, экологической безопасности, природы и так далее. И также хочу сказать, что этим вопросом должны заниматься именно специалисты, профессионалы, для того, чтобы определить, сколько у нас можно вытащить или не вытащить. Вот в таком плане я могу пока это, так сказать, коротко. Ну, Ирак азарит, смотря где, на суше или на шельфе. На суше, я думаю, что можно, на шельфе немного опаснее, чем на суше, потому что мы, у нас это природа и море. Они должны быть чистые, экологически чистыми. Вот, вот так я могу ответить. И второе. Да, второй вопрос у нас демография. Демография желает быть лучшим. Демографию можно улучшить, знаете сами как, но мы должны больше акцент делать на нашу диаспору, которую, чтобы они могли бы вернуться сюда, и чтобы у нас был рост больше. Для, еще хочу сказать, для молодых семей. Вы знаете, мы мало уделяем вот молодым семьям. У нас проблема с жильем и так далее, и так далее. Вот это должна быть государственная программа для того, чтобы молодые семьи получали по очереди или каких-то льготных условиях, или дотировать их, чтобы они могли покупать комнаты и так далее. Уже программа КОКОП и РРТОТ. Харта теплый, который счет Ахауи и Матч за Рабхапу. И Матч в Дарзе. И Матч в Истоху Дарзе. Расшоп Арахи Роу Дарзе и Матч. В Брехонпе. Арах это демография Хозарги. Терпелом Пидама, Сирин Пидама. Вот китатация Кокагику Рурту Даха. И Матч в Макану и Хасхадзу. У вас опять так что гасо. Ам, ты сама пицца. Фимо, пицца. Экономика. Ну, экономика – это основа из основ строительства нашего государства. От нашей экономики зависит, насколько мы независимы, независимая страна. Экономика, она включает в себе все.
Понимаете, это и транспорт, и промышленность, и сельское хозяйство, и как мы, это сами туристическая сторона, страна, вот это она все включает. Но кроме этого, мы еще туда же должны это сами добавлять, это сами развивать сельское хозяйство, использовать всю логистику транспортную, как аэропорты, железная дорога, морское пароходство и так далее. Ну, как бы транзитную сторону, и это тоже очень важно для того, чтобы развивать нашу экономику. К большому сожалению, сегодня наша экономика находится, это самое, не на желаемом уровне. И наша экономика сегодня может растворяться сами за счет инфляции. Поэтому мы должны быть готовы ко всему и развиваться как можно этому быстро. Излаще куло, я хотя бы экономика хорошо. Ну, в основном излаще куло туризм я тало, а катанхамя в Бартиреду. А экономика из-за гиштецов псевдис фаст стохоб, а коррупция комсерки. Нас обрея авлер пара и миром тварц. У брекомзер, а экономика и цеги ищет свой. А коррупция еще паче голову в куяна кое. Ну, а коррупция еще в дуребши. Еще голову. А закон голову. А закон о коррупции и хихаму дарит за, ну, сырой хон. Их он за кто, а и нагад за. И цеги уса доллар туп, и уса в разын. Еще в дуребши. И рыуги хозерги. Я высадил замаха, и гирта закон, и я чугуло обрея коррупция ганахала. И у хичма, и у гама, и шехтами нухма, обреги загекоп, а закон ухуб, а шевуха якузаш. Нас я лагала тупха и ферфку, я ногу и псахтуй. Я решила закон, где нас и псычупхает. А закон псычупхает, пихаму. И рухвату ярбан хто? Ну, Ишпаник за добре, и не за кзо дан закон. Сарайха с депутатом. Они прикасали на вену с сымом. Араха коррупция с атапхокры с фзитцем. Мне не прикасали вену с тхайку, а с хала с ихчу. И вы ги хала шо за азар с ихчу за люди. Уя депутат, а яха отчинуай. А министр, уя неприкосновенность имадзам. Уя имадзам. Уя то саму дзуя закон. А коррупция в их шоку а закон, но вы его судзу. Избанку на механизм амадзам. А когда чекал я хозер, и умхичи, хищение комцы, хищение закона гами, уяла тапку курдакур. Нас они прикосновенности, то что хорошо, что ханушку я ногу. Ну, еще и в то хозер. Мапы, я ам, ты фиму пить, и генхит, и же. А ген неприкосновенности, хозер. А депутат, а неприкосновенность. Почему нужен для депутата неприкосновенность? Он же народный избранник. Для чего нам нужен неприкосновенность? Что, прикрывать чем-то, что ли? Уголовное или уголовное дело, или какой-то бизнес? Я считаю, что уголовная, этот самый неприкосновенность депутату, она абсолютно не нужна. Мы перед законом должны быть все равны. Сейзлила сказала о парламентах Шакшеру, Брия, Пугара, Сыхенчера, я залагала вашу. Да, я против неприкосновенности. Элкау, Питабуб, Ахра. По порядку на чем? По тому же порядку. Давай. Ну, если говорить о нефти, нефть, как и любые другие минеральные ресурсы, недра и земля, собственно, Конституция Республики Абхазия является собственностью народа Республики Абхазия. И, как мы знаем, вопрос нефтедобычи, он как бы в разный период, там разные руководители и министры, и руководители повыше, как бы, да, там были какие-то договора и так далее, но к согласию абхазское общество, народ Абхазии, по этому вопросу не пришло, согласия по этому вопросу нет, видимо, с этим связано появление этого вопроса сейчас, здесь, в списке этих вопросов. На мой взгляд, вместо того, чтобы спорить о достоинствах, тут совершенно правильно отмечалось, что необходимо сначала изучить вопрос. Изучение вопроса подразумевает детальное обнародование всех
как бы фактов, касающихся этого вопроса. То есть, если у нас работают специалисты, если у нас идет геологоразведка, это должно быть в открытом доступе, это должно быть доступно каждому гражданину Абхазии информация. И если уж вопрос ставит, кто-то будет ставить ребром, добывать или не добывать, для того, чтобы избежать какого-то гражданского противостояния, для того, чтобы избежать каких-то кризисных явлений, да, вот в нашем обществе, мне кажется, проще всего этот вопрос выставить на референдуме. Пусть сам народ, являющийся владельцем этих недр, решит, вот, добывать или не добывать по такой схеме или по иной схеме. И, собственно говоря, решение может быть только таким, потому что очень много экономических преимуществ, но очень много рисков. И в данный момент, с обывательской точки зрения, и в том числе из-за недостатка достоверной информации по этому вопросу, риски перевешивают. Соответственно, мое мнение, я лично этим вопросом как бы не занимался и не занимаюсь, но если как бы обстоятельства подведут нашу страну к этому вопросу, я думаю, что только референдумом это можно решать. Так, следующее. Ну, история. Демография. Если говорить о демографии, тут гораздо сложнее. К сожалению, после кровопролитной войны у нас произошла большая потеря населения. Я не говорю уже просто о депопуляции, я говорю и о погибших, и о неродившихся, да, которые должны были родиться у тех людей, кто погибли. Да, в основном это молодые люди. Ну, у меня отец погиб, он более старшего возраста был, допустим, да, у него, он был уже отцом 4 детей. Вот, а многие из молодых ребят, они просто никого на свет не произвели. Именно поэтому численность населения у нас не растет. Для того, чтобы население росло, необходимо множество факторов, но одним из этих факторов является то, что больше всего население появляется в сельской местности в многодетных семьях. У нас в данный момент многодетные семьи в сельской местности, как правило, это люди, живущие в очень сложных экономических условиях. Им буквально на все не хватает. Я просто во время работы в Новоафонском монастыре очень много этого перед собой видел. Я могу как бы со всей ответственностью сказать, что чаще всего это так, к сожалению. Да и после войны у нас произошел просто переток населения из сел в города. Случилась такая урбанизация стихийная. И в городах люди всегда меньше рожают. Но есть два исключения. На этих исключениях следовало бы обратить внимание. Это Израиль и страны Персидского залива. Развитые, очень развитые по нашим, ну, по сравнению с нами страны, в которых высокая, очень высокая рождаемость. Почему? Оказывается, ключевым фактором, помимо наличия жилплощади, помимо наличия средств к существованию, для многодетности ключевым фактором является, что люди вокруг себя должны видеть только многодетных. Это касается и рекламы, это касается политиков, это касается каких-то звезд и так далее. То есть все знаковые люди в обществе, и в Израиле, и в странах Персидского залива, они все многодетные. И все ориентируются на них, люди ориентируются на успех, и люди хотят быть как самые успешные представители своих стран. То есть, если мы сумеем переломить тенденцию восприятия как бы многодетности именно таким образом, а у нас сейчас реклама и вообще образ жизни, мы все хотим жить по-европейски как-то, да, а это больше уклон в малодетность, к сожалению, а не многодетность. То есть ключевой фактор этот. Соответственно, если не будет экономических возможностей у людей, если у людей не будет возможности приобретать себе жилплощадь по мере роста семьи, у нас демографическая задача не выполнится. Что касается возможности репатриации, к сожалению, люди никогда не репатрируются в страны, где хуже. Они пытаются приехать в страну, где жизнь лучше. И мы должны стать лучше по сравнению с теми странами, где живет наша диаспора. У нас должно быть все лучше, безопаснее. У нас должно быть больше возможностей для самореализации. Тогда, да, у нас в плане демографии что-то изменится. И последний вопрос. Ах, кстати, старая экономика, ты говоришь. По поводу экономики. Я начну с самого главного. Все, что я читал и изучал, я сам не экономист по образованию ни в коем разе, но все, что я читал и изучал и в области экономики, и в области институциональной экономики, все сводится к одному простому, так сказать, наблюдению. В мире нет экономически развитых стран, в которых плохая полиция и суды. То есть, чтобы страна была экономически успешной, у нее должна работать судебная система и должна работать система правоохранительная. Без этих двух сослагаемых успеха ничего не будет. У нас есть пример КНДР. Идеальная правоохранительная система, но очень сложная такая избирательная, судебная. Там нет развития.
У нас есть пример, допустим, европейские страны, в которые все так любят ездить, смотреть и так далее. Там прекрасная полиция, прекрасные суды, и там все хорошо с экономикой. Соответственно, первое и базовое условие, чтобы человек не боялся вкладывать деньги и развивать, он должен не бояться бандита на улице рядом. Он должен не бояться, что его найдут в колодце. Он должен не бояться, что его посреди бела дня расстреляют в центре города Сухум. Чтобы это произошло, необходимо, чтобы был какой-то как бы контроль, но при этом, чтобы этот как бы контроль правоохранителя не превращался в произвол, должны быть по-настоящему независимые и по-настоящему крепкие суды. Только так мы сможем сдвинуть что-то с мертвой точки и уже приступить к каким-то конкретным программам. Потому что в противном случае любую программу, либо коррупция, либо криминал, либо то и другое вместе просто изведут в ноль. Табу побриала еще швейцарский эфир, а випепехта Антон Тахимейт. Инагдзойт еще я шуй цой эфир, ах папе, ах тахан захнет, уже сара сазара, а фера сара кофе мазар, и мыш дарауэт, и шуму махра сара, а сара шума ахра сара, и дарауэт, и шуму захар. Мне только пожелание. Уй нас отцовтана. Уй нас отцовтана. Усанабха сара сазара, а так хашца, шгуана гарала и шира ико, яра и шира гия и айткала на кыта, Чаще пейпс их больше, нас киваха их от туризма, спорта и рыцарку объект, по шпейтащу кургалару, еще раз куда она горала. Рослый сопсов, сошу, и шпеш. Сара, псифило, пишем, я пусгоря, сара, как афата, разупши минутку. Арахка ты, хоть дочекала его, рослый сот, еще раз, она и до войны была очень развитой сельской местности. Здесь располагались спортивные базы, дома отдыха, санатории. Хоть мелкие, но какие-то промышленные предприятия были. Как вы знаете, Эшера – это прибрежная зона Черноморского побережья. И также выше горы. Это перспективное село. Но, к большому сожалению, в период Отечественной войны она пришла в упадок. Почему? Потому что она находилась на линии фронта, и от грузинских снарядов, которые принимали ежедневно сотнями снарядами, обстреливались и также реактивными, термическими и вот и снарядами, все сжигали, все живое сжигалось. Нету ни одного даже дерева, которое не получило бы осколочное ранение. Но перспективы у нас большие впереди. Мы будем потихонечку развиваться. Конечно, сегодня наше село требует больших дотаций. И несмотря на все это, руководство нашего района делает все возможное для того, чтобы как-то существовать. Вы знаете, что наше село, она пересеченная местность. У нас дороги в очень плохом состоянии. Для сельского человека, в принципе, что надо для села Ишеры? Это дорога, вода, свет, это сами транспортные сообщения, и школа, детские сады, вот такие. Но, к большому сожалению, все они сегодня находятся, будем говорить прямо, в плачевном состоянии. Хотя, вот я недавно, значит, наш глава проводил итоги выполненных работ за год, она идет с профицитом. Но это не значит, что у нас все хорошо и все гладко. Нет, наш бюджет ишерский не хватает для того, чтобы содержать наш район. Так вот отвечу. Ну и харак хшу за 4 раза утопишь, куя на го ишера. Акатанхамиома. Акатанхамиа, а курорт. Объект поехал, а это еще кургалароп. Ай-яй-яй-яй, спортбаза, дома отдыха, места, санаторий военный, лагерь, их удары зерят. Поехал, нефтебаза, частные сооружения, ну, много предприятий у нас. Это, но они требуют больших вложений. Убрия пара бен биагаду, убрия мне старых, да. Уйоми, ну, своими силами мы не в состоянии. Нужно привлекать инвесторов. А инвестор должен быть защищенным,
нашим внутренним законом. К большому сожалению, там в этом законе еще требуется много доработок. Табу, ахра. Если говорить о Ишере, ну, будем говорить сразу и о селе Ишере, и о селе Верхней Ишере, как бы, да, вот в совокупности. Вот. Совершенно справедливо было отмечено, что до войны на территории этих сел располагалось множество различных предприятий. В данный момент, к сожалению, все совершенно не так. И единственным способом вдохнуть жизнь вот в этот регион между Новым Афоном и Сухумом, это является коммуникацией. В Ишерах нет дорог, и помимо отсутствия дорог, то есть они есть, но они в крайне неудовлетворительном состоянии. Это неудовлетворительное состояние продиктовано оползневыми процессами. То есть Ишера по-хорошему, да, вот прям в центре села Ишера, у нас зона такого экологического бедствия. То есть у нас оползень, Шисквара, это в сторону санатория, как бы, и так далее. Да? То есть это зона экологического бедствия, которая затронула несколько сотен домохозяйств. То есть люди живут в аварийных домах, у кого-то дома разрушаются, и это тоже как бы фактор. То есть строить дорогу в таких условиях дорого, вот, но деньги откуда-то на это взять надо. На мой взгляд, таким локомотивом может явиться вот, реализация проекта газификации Абхазии. То есть если когда-нибудь мы сумеем приступить к реализации этого проекта, то хотелось бы, что оно было реализовано так же, как по той же схеме, как это было в советское время, то есть газораспределительная станция для Сухума и районов располагалась тоже в Ишерах, и, возможно, это даст большие налоговые поступления в бюджет района, и, исходя из этого, уже что-то можно будет реализовать. Но помимо этого, я как бы немножко по-другому смотрю на развитие села, я считаю, что Ишера – это не просто сельскохозяйственный и туристический район. То есть у нас есть еще и мощный задел под промышленность, в том числе и пищевкусовую, и легкую. Стоит огромный элеватор, не загруженный абсолютно. Да? Вот. И для того, чтобы найти средства уже для этого, тут уже необходимо прорабатывать огромное количество, ну, создавать и разрабатывать программы и создавать какие-то нормативные правовые акты в области государственно-частного партнерства, в области инвестиций, в области охраны прав, в области, в том числе, реагирование на какие-то вызовы типа экологических бедствий и множество других. То есть предстоит для развития не только этого села, но уже и всей Абхазии, если будем говорить, то есть эти нормативные акты, если мы говорим о парламенте, они прорабатываются в парламенте, да, предстоит просто колоссальная работа по их созданию. И все эти документы, они должны, с одной стороны, дать возможность реализации в Абхазии каких-то масштабных проектов, потому что государство-частное партнерство, это когда государство владеет, а частный инвестор, он может оперировать каким-то объектом, которым владеет государство, допустим, спортбазой. Потому что эта спортбаза огромная, у нее более 40 гектаров территории, 70 гектаров территории, и это все силами какого-то отдельно взятого бизнесмена и так далее, ну, совершенно невозможно, во-первых, восстановить, во-вторых, возникают вопросы прав, разделения и реализации этих прав, и чтобы эти вопросы не приводили впоследствии к конфликтам, мне кажется, надо предварительно в парламенте, соответствующими нормативными правовыми документами, их разработкой и принятием, подготовить возможности и затем уже, чтобы машина исполнительной власти реализовывала это в соответствующем направлении. Все, табу. Дальше, вижу, секунды на хэта хаош, на сатак на кцани аутсет. Дальше, зара, к сумму пара журналист, рахау сураджи, абриза, хтыцку харук, шахет, депутата парламента, джу хушукса. Духоп, аха убриамта ялак дзэны наса интервьюги га им дзадзацт и уэпш мазагуанква нрыдаркалуги и бжаку иргадзом наса и харак ханифя процент цымвящу зар ханифя процент депутатша парламента чгусу пишуку. Ферафигуана гарала уи наса яшома. Хампата яшадзэм. Если мы ждёрзывали, среди хошек парламента Джосыган, и ждёрзывали шагаран Тарасайхова, ахтаску каданакала гегеги, и сэмша азаран цвырцлаги комитет ашартара яцанаку ма ханэцвпи парламент айми дарала гана халома, отчёт за брасайна и гассалон.
яшоп и ишхаз зарасакшахатоп хошук сахад ависит на ажлар ялархаз на пыштахрил на палар колада и то ви и тыпцем хасыкоп усиго ругу ялам сайт и расшоп дар зирасшоп и хозар рхату интерес яшто мамзар нишбар хо разборка яшто дочка яшто ви яшедзем ус схами пизго. А дипа датрач унелги, а сара чорам циркаладзом. Ты как инициативный орган, ты должен инициировать те вопросы, те законопроекты, которые волнуют общество. Общество волнует очень много в связи с нашим сегодняшним социально-экономическим состоянием. Должен ты поднимать вопрос своего округа, всего, так как это для населения Абхазии, ты должен принимать для того, чтобы наше общество жило лучше. Они этого заслуживают. Потому что вот сейчас вот 5 лет прошло, вот честно слово, я, может быть, в обиду говорю, ни один раз никто не поднял вопрос о ветеранов, семьи погибших, добровольцев. Уже возникла и такая необходимость принятия закона о ветеранах, потому что, как вы знаете, как с нами сегодня говорят, очень обидно, и мы это все терпим. Сарехин заздрува алабрже парламент, аж акт пиапхерадже яхопшуа на закон о ветеранах фирскана. Закон о ветеранах нету. Закон о ветеранах в Отечественной войне. Абрежу вы сездрцу. Сатам сзади вы сездрцу. Аха и хагия, вот много вопросов. А я кала депутат, я еще что яйцо эфира хки обхерир то зардан. Хм, это я то. Ход мзгахе аджаджала. Я дам харге бас. Он должен отчитываться перед народом. Табу. Ахра? Да. Ну, по поводу, значит, доступности и публичности депутатов, все очень просто. Парламент является публичным органом законодательным. И если человек, избираясь в парламент, отказывает своим избирателям возможности видеть, чем он там занимается, мне кажется, этот человек находится немножечко не в том месте, где он предполагает. Да, вот он ошибся с выбором места. Что касается деятельности парламента вообще, лично я выступал и выступаю за прямые трансляции всех открытых заседаний. То есть люди должны видеть процесс законотворчества постоянно, в любой момент. Слава богу, сейчас технологических возможностей для этого масса. Это можно просто, как бы, подключившись к соответственному сервису, сделать как бы доступным, сделать доступным каждому в нашей стране. То есть за этим технических вопросов никаких нет. Практическая реализация этого вопроса, было принято постановление парламентом о проведении соответствующих процессов, нам, по-моему, денег не хватило, что-то в бюджете и так далее. И этот вопрос перекочевал, видимо, уже в парламент нового созыва. И в случае, если я туда попаду, я буду всеми силами добиваться, чтобы не только там аудио-видеоархив какой-то формировался, но еще формировался архив каких-то выступлений тех или иных депутатов по тем или иным вопросам. Потому что вопрос архивации у нас, в принципе, как бы не проработан. Мне хотелось бы акцент в том числе и на это сделать, потому что приходит один состав парламента, затем приходит другой состав парламента, и совершенно невозможно, кроме как в каких-то новостных сообщениях, найти, за какую позицию выступал тот или иной депутат там, 5 лет назад, 10 лет назад. Это наша с вами история, и мне кажется, ее необходимо с должным тщанием сохранять, и это наша с вами жизнь, значит, каждый из нас должен видеть, как принимаются решения от людей, которых мы избираем. Все. Табу по кандидатству, я как-то за так корзухан. Уже эфир анжам тахинет, ал шара шустует, минут ялак дзэны, ал хычарах шхынархэны, а апхэра офицарц. Ахра. Я хочу обратиться ко всем избирателям 22-го избирательного округа. Это село Ишера, Верхняя Ишера, Псху. Я хочу, чтобы прежде чем пойти к избирательным кабинкам, каждый из нас задумался, зачем я выбираю того или иного человека. Я выбираю просто потому, что привык, или просто потому, что он мне родной,
или все-таки потому, что я считаю, что те вещи, та позиция, которая озвучивается этим человеком, она подходит мне в данный момент, она сделает что-то, что сдвинет какие-то вопросы с мертвой точки и так далее. Именно поэтому я призываю думать, когда мы голосуем, голосовать не сердцем, голосовать разумом. И опять-таки это всего-навсего выборы. И самое главное, что мы должны понимать, что выбирая человека, который отвечает вашим представлениям о том, каким должен быть депутат, вы принимаете участие в управлении государством. Большое спасибо, жду всех на избирательных участках. Уважаемые избиратели Ишерского округа, перед вами предстоит 12 марта очередное важное событие – выборы депутатов в Народное собрание парламента Республики Абхазия. От того, каким будет ваш выбор, зависит качество принимаемых законов, имидж самого состава парламента, а также качество жизни наших граждан во всех аспектах и лично ваша жизнь. Приходите на выборы и сделайте свой выбор своей совестью. Не все. Спасибо. Табу Патырского кандидата Бриала Хайфиран Замтахинит. Табу Памтапшана Эфира Хвеха. Заман Шала Рафзехи Сшойт. Патырского деля хопшца. У Аджори студии Жигалуэт. Уевих Пати Гумастапи. Жаати Гудаутапи. Убаски Уеви Вевепи. Очимчирапи. Алхра Тыпхада Корча Икгало. А кандидатша, хвяхопшла абсуатили хопшра, абзирас, анаюс бехайкшеранца.